Следующими будут кататься Анна Задорожнюк и Сергей Вербило, которые сейчас у Морозова и Хайт тренируются. Да, у Гали. Я очень рада за Галю, что она вместе с Колей. И для нее это огромный опыт. И работать она умеет. И работать умеет, и хочет, и любит. Поддержки чисто 4 уровня. Хорошее вращение. Ну, немножко рано мальчик ногу-то спустил. Я думаю, что это тоже 4 уровень. Одержка по серпантину очень сложно показывает. Серпантин. Хороший переход очень. Максим Мрвица, композитор и автор этих альбомов, ярких из которых они набрали эту очень подходящую музыку. Одержка была 4 уровня. Очень хорошо исполнена, только надо время смотреть. Пошел шаг. Мальчика, конечно, еще ноги не дотянуты. Да, тоже 4 уровень поддержки. Ну, музыкально хорошо. Я рада за Галю, за то, что она... Во-первых, с Колей. Коля в ее жизни сделал и хорошие программы делал.
И она в хорошей группе тренируется. А я, когда она меня была, доверяла ей делать дорожки спортсменам. Она может, во-первых, она может еще работать по 24 часа. Вот она, я считаю, что она будет хорошим тренером, настоящим. Вот. И вдвоем работать это всегда очень большое удовольствие. Мне кажется, на Ей есть к американских чему катках одному тянуться. вообще не выжить. Тянуться Тяжело. есть к чему. Не, ну В одиночестве. с парами, с танцами вообще нужно работать вдвоем. Когда большая группа, всегда нужно работать вдвоем. Я всегда вдвоем работала, это большое удовольствие. Вот. Таким образом, Коля ей помогает, так сказать, приобрести эту профессию тренерскую. Вот. И она как человек очень старательный, знающий цену вообще труду, я думаю, что у нее получится. Мне хотелось бы, чтобы у нее получилось. Это при том, что они с Колей практически одногодки, но уже вот он Так и прекрасно. может опыт передавать, да? Ну, она каталась, а он работал. Ну Я же его да. работу взяла, он совсем был молоденький мальчишка. 25 лет он, по-моему, был. Да. Мне кажется, что она одна, наверное, на этом турнире, потому что одна с Да, ребятами, одна. потому что Коля готовит к следующим турнирам японцев. И думаю, что ребята с ней приехали. баллов. На 4 балла больше, чем у китайцев. Ну и они их Ну, и это так ясно, это обгоняли. ясно. У кого тренируется, только на 4.